Преслас. Польша разместили противовоздушную оборону Патриот. Довольно мощная штучка. Теперь смотрите. Если так случится, что ракета будет прилетать над территорией Западной Украины, сможет ли Польша сбивать эту ракету? Конечно, сможет. Тем более, будет сбивать. Понимаете, это же не просто противовоздушная оборона. Ее цель защитить НАТО, Польшу. А если ракета близко летит, что надо сделать? Сбить. То есть, фактически получится, что часть территории Украины будет закрыта этими Патриот. Да, не спорю, Западная Украина. Но будет закрыта. Насколько эффективны Патриот? Ну, скажем так. Ну, давайте сравним балалайку и рояль. Так вот, российские ракеты это балалайка, а Патриот это рояль. Что просто. Да, мощная, довольно сильная. Я знаю, что в России там глупости рассказывают, старая, она модернизирована. Тем более, она действительно очень сильная. Вот слово бы сказано, почему, скажем так, США, несмотря на все разговоры, воздерживается, чтобы разместить Патриот на территорию Украины. Там есть один нюанс. Сейчас немножко объясню. Так, смотрите. Патриот довольно сильная противовоздушная оборона. Если разместить на территории Украины, возле границы с Россией, то фактически, ну скажем так, часть территории России окажется под контролем ПВО, да, Украины. Тут еще один нюанс, что это ПВО фактически очень успешно против любых ракет, в том числе и с ядерной боеголовкой. И здесь вот это вот, ну, знаете, время от времени там и США, и все говорят, нет, мы должны найти компромисс. Какой черт-то компромисс? И что же Путин скоро сидит с компромиссом? Но США там есть идет политика, говорят, вы же понимаете, если мы ставим Патриот возле границы, это будет нарушение общего баланса, как нам потом договариваться. Ох, уж эти политики. Зла на их не хватает, честное слово. Я бью всех. Но пока имеем только это. Нет, это действительно хорошая новость, очень положительная. Ну, Западная Украина будет закрыта от российских ракет. Так что это уже плюс. Да, там действительно сбиваемость будет очень высокая, до 100% меньше. Так что все. Ребята, хана вам. Ваша ракета не сработает.